Доброе утро, народ. Доброе утро. И мы снова на Терси. Что мы видим сегодня? А сегодня мы видим печальную погоду. Точнее, погода-то более-менее. А вот водичка уже мутная. Вчера еще была прозрачная. А сегодня вот вообще ничего не видно. Вот прямо вообще. Рыбалки сегодня не будет. Так что, пожалуй, я сейчас разворачиваюсь и поехал ловить чебака в Кушияковку. Тем более, какой-то УАЗик со странными людьми в форме я обогнал. Вот они сейчас едут по мосту. Вот. Так что рыбалки сегодня не будет. Вода пошла.